Тверь присоединилась к акции «Георгиевская ленточка». Начиная с 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать на улицах города один из главных символов Великой Победы – оранжево-черную ленту. В минувший вторник возле стелы «Город воинской славы» была развернута 10-метровая «Георгиевская ленточка». Все меньше времени остается до одного из главных государственных праздников нашей страны – Дня Победы. По традиции, в преддверии 9 мая в России стартует акция «Георгиевская ленточка». 27 апреля у стелы «Город воинской славы» участники патриотических объединений развернули 10-метровую оранжево-черную ленту. Одновременно с этим волонтеры начали раздавать на улицах областной столицы один из главных символов праздника. Знаете ли вы, что обозначает георгиевская ленточка? Ну, георгиевская ленточка – это символ, как это, победы в войне, это огонь. Для жительницы Твери Валентины Мартыновой День Победы действительно праздник со слезами на глазах. В семье женщины на фронтах Великой Отечественной погибли 6 человек. Все, кто ушли, ни один не вернулся. Вернулся только отец моего мужа, который прошел всю Отечественную и Японскую войну. Поэтому для нас это святой праздник. И мы, конечно, вот и детям тоже все время рассказываем, и внукам, вот, что это наша гордость, победа в этой войне, потому что мы отстояли свою свободу и независимость. Волонтеры не только раздают георгиевские ленточки, но и рассказывают, как правильно носить и повязывать их. К примеру, лучше всего прикреплять этот символ возле сердца, а вот подвязывать на антенну автомобиля – идея не лучшая. Акция «Георгиевская ленточка» также в этот день проходит на улице Трехсвятская. Здесь волонтеры предлагают жителям Твери взять один из главных символов победы.